Люберецкому колесу обозрения бросил вызов сильнейший человек Кузбасса – Валерий Остапенко. Спортсмен намеревался привести колесо в движение при помощи веревки. Получилось ли установить новый мировой рекорд, расскажет наш корреспондент Анна Слайковская. Именно это колесо обозрения предстоит сдвинуть с места Валерию Остапенко. Оно самое высокое в Подмосковье. 41 метр его высота и вес около 110 тонн. Непростая задача. Валерий Остапенко переворачивал покрышки весом 250 килограммов, перемещал 4-тонный автобус, но с колесом обозрения меряется силами впервые. К событию спортсмен готовился 2 месяца, тренировался в Наташинском парке. В любом виде спорта, в любом виде физической нагрузки все готовится заранее. Уже с апреля, когда было еще довольно прохладно, мы уже сюда приезжали, примерялись, смотрели. Валерию помогала команда опытных тяжелоатлетов Федерации силового экстрима. Наставником кузбасского силача выступил люберецкий рекордсмен, русский халк Сергей Агаджанян. Много есть секретов, как лучше, допустим, перетягивать, тянуть канат, как лучше упираться в основание колеса. Люберцы уже не впервые становятся центром российского силового экстрима. И в этот раз в Наташинском парке собрались и зрители, и представители прессы своими глазами увидеть, как устанавливается мировой рекорд. Спортсмены готовы? Готовы! Ранее спортсмены перемещали колесо обозрения, толкая кабины. Задача кузбасского силача усложнилась. Он тянул конструкцию за канат. Люберецкое колесо поддалось не сразу. Зрители, команда поддерживали спортсмена. И Валерию Остапенко удалось привести колесо в движение. Мировой рекорд установлен. Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко назвал точные цифры. Колесо весом 141 тонна было сдвинуто на 1 метр 90 сантиметров за минуту и 45 секунд. Самый крупный на сегодняшний момент мой рекорд. Чего-то более тяжелого я еще не делал. Теперь спортсмену предстоит восстановиться, а затем к новым свершениям. В планах Федерации силового экстрима новый рекорд на детской железной дороге. Что именно спортсмены сдвинут на этот раз, пока держат в секрете. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.